Долгожданный всеми любимый праздник, конечно, Новый год. Волшебная атмосфера царит повсюду. В домах, театрах, магазинах, кафе и на улицах родного города. Лесопарк не стал исключением. Жители Рязани могут увидеть фотовыставку «Новогодняя Рязань» в парке, где фотографии словно из детства. Мне нравится, интересно рассматривать старые фотографии. Очень даже. Очень восхищаюсь, когда происходят какие-то изменения в положительную сторону в нашем городе. И тем более, как бы, к Новому году, так приятно смотреть. Люблю этот парк. Гуляем почти каждый день здесь с мужем. Праздничные гуляния, детские утренники – самые яркие воспоминания рязанцев о Новом годе. Через эти снимки проходит целая история праздника. Рязанцы очень активно принимали участие в этом проекте. Были люди, которые присылали непосредственно свои семейные архивы, какие-то зарисовки присылали нам учреждения различные городские. Это и архив очень посодействовал нам при отборе фотографий. Получилось так немножко, наверное, лаконично, но, тем не менее, мы надеемся, что интересно. Выставку «Новогодняя Рязань» ждет вас ежедневно в местечке Лесопарк под открытым небом до 15 января. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».